Ребят, всех приветствую. Субботний денек, время уже ближе к 12 часам. Работать я сегодня уже закончил. Михалыч на речке. Сейчас за мной приедет на бурашке, заберет меня. Ну, подвигаем, попробуем что-нибудь половить. И вам, конечно же, обязательно покажем, как это было. Давайте, ребят. Пять штук и двух отпустил. Ты уже поймал? Да. Нифига себе, ну давай разворачивайся, поехали. Хариус такой весь, это, сковородыш. Ага. Ну ясненько. Так что так, ребят, Михалыч уже говорит, что поймал. Ну значит, и мне повезет. По 50 грамм за удачу. Ну, лед, в принципе, такой. Не особо толстый, да? Так что так, ребят, там попробовали, рыбы, короче, нет. Сейчас будем разбуривать этот плес. Мелко вообще. Мелко? Ну, мелко это не значит, что рыбы нет. Надо пробовать. Так что берем удочки, еще разбуриваемся и пробуем. Михалыч пока пошел разбуривать дальше. У него удочка стоит и на нее поклевывает, ребят. Ребятушки, первый клюнул. Я вон провалился возле бурашки здесь. Домой уже собирались ехать. Ну ладно, еще посидим. Хоть такой. Шмакоденыш, ну ладно. Не зря же я купался тут, можно сказать. Один, наверное, здесь плавал, но... Ой, а валенки-то как сыро. На улице такие морозы стоят. О! Еще один. Поперла мазута! Да. Клев пошел. К 3 часам ближе. Ладно, посидим чуть-чуть. Потерпим, как говорится. На опарыша, на красного. Ага. Лед-то тонкий, конечно, да. Вот вам, ребята, морозы. Понятно, что. 100 килограмм, как говорится. Но это 100 килограмм у меня в трусах. Тебе это смешно, блядь. Ай, Михалыч, а. Да, глумится надо мной. Ребята, рыбалочка на хариуса называется. Че, ребят, вот один подклюнул.
хариусеныш. Небольшие, да, сегодня мелкозябры, но все равно будем их забирать. Будем забирать. Он стоит здесь прямо на берегу, вот глубина по колено. Спасибо, Михалыч. Я знал, что ты добрый у меня. Глумится надо мной. Издевается. Все. Кончились малыши. Карандаши. Горел-то как. Взрослый. Подсадил свеженьких опариков. Сейчас проверим. Что будет на них сказать на свеженьких. Глубина, конечно, вообще милипизерная. А он здесь, по ходу дела, и стоит на перекате. Давай ловись, рыбка большая, маленькая. Не хочет. Не хочет, засранец. Выпендривается. Руки, конечно, тоже мерзнут. И нога уже подмерзать стала. Перебрался на другую лунку. Михалычем, как говорится, набуренная лунка здесь. Он убежал пониже, весит меньше. Лед его держит нормально. А мне там, конечно, страшновато ходить. Купаться неохота. Опа! Смотрите, какой, ребят. Малыш оклюнул. О, у Михалыча, смотрите, ребят, какой здравый клюнул. Ну-ка, Михалыч, давай похвастайся. Свои же луночки взял, да, у тебя? Хорош, я тебе ближе подходить не буду. Ты сказал, тут лед тонкий, я знаю. Ну, такой, что-то грамм, наверное, 250, да? Уже веселее, ребят. Нога-то подмерзает, Михалыч, у меня по-тихому. Да. Хоп! Десантник. Кариус десантник. О, смотрите, какой. Такой. Хариус манчик. Ладно, рыбачим еще. Пока мы с рыбачим. Проверю по первую его луночку. Ловись, рыбка большая, маленькая. Ловись. Михалыч, опять повезло. Еще одного выудил.
Михалыч, это потому что меня клевать перестало, а он пошел у тебя. Да? Конечно. Это немножко поменьше. Ну, поменьше, но все равно. Все равно, как говорится, лучше, чем ничего. На малосолочку, как говорится, надергаем. Ну, пусть и мелочь, но все равно. Хоть что-то, да, Михалыч? Ну, да, ну не совсем мелкий, но мелкий. Никак, конечно, в Камяке там ребята дергают от 35 сантиметров кориусов, то от килограмма, но мы таким довольствуемся, что есть. О, тут ребят клевал. Есть. О-о-о. Хороший. Михалыч! Попался, хлопчик. Такой, ребят, уже более-менее достойный на сегодняшний день. Ну, вот такой вот хариусок. Вот так вот, по старым лункам, короче, ходим. Нет-нет, да подходит. Так, есть у нас, есть. Есть, просто он выпендривается. Не знаю, что ему, конечно, надо. Что-то ему надо. Как говорится, и на этом речке спасибо. Рыбалочку мы свою на сегодня с Михалычем закончили. Половили хариусков. Ну а что, нормально половили? Ну что там, ну да, что-то есть. Ну мелочь, в основном мелочь. Ну несколько таких достойных было, но это по нашим меркам они достойные, а так, конечно, они тоже не особо крупные. Ну ладно, будем, как говорится, продвигаться в сторону дома. Давайте, ребятушки, удачи вам и пока. Увидимся на реке или в лесу.